Откатка уже. Короче, записываю, если что, там это. С 12 рейл мне не хотел ее писать. Может, они сейчас наберутся. Народу не было? 12 человек был. О, тихо-тихо-тихо. Вот. А, это, ну. Кола, а хуй, а у меня снаряд сквозь танк пролетел, ты знаешь об этом? У меня бывает, что не пролетают. Ой-ой-ой, 14 всё теперь. Набрались. Ой-ой-ой. Ну, год через лево играть. Сколько у них тяжей? А много, да? Окей. Сливаем. Так-так-так-так. Вот здесь останьтесь пока с тэшками. Совковыми. Сюда бат. Сюда бат в куст. Сюда бат прокатился. Здесь 113-е остались. Вот в этой чашке, в этой чашке. Не, давай 113-е. Вот сюда троих поджали. Вот сюда троих. Может, в этом хуйне залезть? 907, один здесь. Слева, может, сюда залезть? Не надо. Не понял, эта карта как в киберспорте или другая? Такая-такая. Другая. Стрим я один там. Такая-такая, другая. Это кто пизданул, бля, хохол? Повер. Я. Приветик всем. А, они по внешке поджимаются. Вот по внешке их пиздите просто. На катке. Ебите этих даунов. Эх, ебать там, вы убьете 113-ю? Че он едет-то? Он в сейве. Ну, блять, вот эти тогда играйте здесь. Вот эти сейчас по внешке поедете. Вот этот, едь нагло сюда. Сейчас погоди, если умрешь, похуй на тебя. Бота видно? О, 140 слил. Ну, так, да? 100 хпшного сейчас попробую добить. Снизу поджимает. Снизу с утра. Коль тебе уехать бы. Ребят, вам по внешке нужно сейчас зажимать их будет. Голому на 113 за внешку. Там бат. Вот этого бата едьте вдвоем тушите. Вот здесь, вот здесь на внешку все власти и зажимайте их вот так. Вот эти двое ну, сюда и сюда. Пройдем вдоль промазал, потому что они нас могут самих зажать. Бат здесь. Да. Вот эти валите. Гриль да, вообще вот сюда уедет. Едут, да, на внешке мы на внешке. Минус 3. Вот сюда одну стежку, двух даже нужно, наверное. Так и да. Сейчас стежами помогу 15 секунд. С Е5, наверное, помогу, пятый, если он не умрет. О, красоту. Красоту. О, они там поднимаются. Ой-ой-ой, работяги выехали. Можете меня зацепить? Ебат едет. Да мне срать на. А сколько у него хп? Тарта, можно? Еще 300. Ладно, пацаны, беру на себя тупо. Ребята выкатываются на поле. Можно пострелять? Можно, но нельзя. Не, ребят, говорит, 36. Не так можно, все, но зачем? Вот ребят! Тут бат, ребят! Ребят! Он меня хочет! Фу, твари! На катке. Блин, красота. Почему не летит? Я не знал, что его подожди. У тебя сколько? У меня один снаряд, я дал один из четырех. Ну, неплохо. Ну, слушай, это хорошо, реально. Красиво, Коль. Ну вот один держу пока, хочу дать два из пяти, то есть, чтобы быть... Показать уровень. Давай я добью это. Давай, буду сводиться сейчас. А как они пошли в этот этап? Вообще по этим левикам стреляю. Я, короче, в прошлом АП играл с ним. И мы вас выиграли на этой карте. С кем ты? Ого. Спартачо. Чё себе. Это чё за команда была? А, я помню, блядь, там 4-3 было. Да. Там потно было. Да это вот здесь вот мы хуярились, там внизу, на 8-9. Да, там где мы постоянно с этого пососного респа на зелень ехали. А, я понял. Там где катки только с одного респа выигрывались, блядь. Да. Я понял. Что там за состав-то? Да там додики какие-то. Там какие-то вообще пиздец. Повертался, но ну, это да. Жесткие чуваки, не то что... Да, нет. Я надеялся. Я надеялся. Не, ну там по 60 у них вроде. У них есть 60, Тактически проседает немного. А да. Короче, Егорыча нету просто. Сегодня противники посильнее, чем вчера. Ну, блядь, это я по отношению к Сарву сравниваю. Ну вчера-то, блядь, там хоть тактика была нормальная у пацанов. Это просто мне с карты не повезло. Да. Суки. Оверхуминг, блядь, пацанов подставляет. Динам, хочешь поиграть? В этом страта 15 человек, блядь, в кишке, нахуй. Ну. Слышу, Тинг, реально, блядь, сквозь танк пролетел. Понял снаряд, блядь, тупо охуеть. Ну я видел, да. Че сидел, даже не понял. Так, надо паёк выгрузить там. Пизда колян подумал, что это паёк из-за этого, понял, блядь? Пиздец, нахуй обидно, блядь.
Монти, посмотри на мою реализацию, так что забыл. Сколько у нас 113-х? 3. Ладно, 3 нормально. Можно вот пару СТБшек? Центурион Экшон Икс имеется. Нравится, бери. Беовульф. Оль, Паттона не надо 9-го. А как они еще и перевернуть умудрились, блядь? Смотри, какой у меня танк Беовульф красивый. Вот, дремлуйка лучше, как бы. У меня красивый. Пацаны, показывают танк, блядь. Опа, нахуй. Ну, не Дина такой же, смотри. Да Нидина, бля, брахованная хуйня. Вот давай посмотрим, сколько Нидина бабахал в этой катке. Сколько там? Блять, да я не знаю. Как посмотреть-то, блядь? 2000. На стрим к нему зайди и посмотри. Три шота. Фу, блядь, на гриле, блядь, три шота. 2000? В таком бою. Опа, минус. Лишний, блядь. 7 кадров, понял, среднего. Минус пол. Нидин, как стримится? Бля, Сакрас не стримит? Не, он посвящал с него уже все. Так там этот стримил, как его. Вы, блядь, там не Сакрас стримит, там другой. Эвок. Эвок. Или как его там? Эвок, Эвок. Туризм. Так Эвока нет сейчас, ну похуй. Резко танк взял, все, поехали. О, там Помидор стримит. Квазар там стримит. О, Помидор стримит. Помидор с кем играет? Изи. Я ебу, блядь. Там изи какие-то, да? 4-0. А Помидор будет играть с нами? Нет, там тим называется Изи Тим. Характеризовывать название. Шотник. Ау. Шотник, а ты видел, какая у меня на донатёнах стояла твоя фотка? Ну, видел. А она у тебя есть? Дома забыл. Нет. Дома забыл, ебать, дебил. В смысле? Шотник, сделай селфи ему, блядь. А если на донатён не хочу этого Беовульфа поставить? Кстати, Помидор хуёво катает в степи. По-моему, вырезано из какой-то фотки было, да? Ну да, да. Я даже не помню. С медведом вроде. За фотка, блин. Блять. А реально есть у тебя чинья? Надо поискать. Ну посмотрю потом. Поэтому я просто дома на Камбуцкере, у меня много чего есть, а тут нету нихуя. А ты что там делаешь в Ростове, вопросик небольшой? Что я уже проживаю временно. Тут сар с теми, кто будет на утёсе. Тут не интересно. Опять ловыс. Че ловыс? Он опять рестримит что-то? Да. Нахуй он делает? Ну, блядь, тебя пародирует. Красота, блядь. Шилд. Помидор что-то сосёт. Эти жесткие, да? Сарф сосёт? Не, Помидор. А, ну, Помидор сейчас выиграет. Помидор, блядь, спустился с гор. А там красный дефит. Он тупо поддается, короче. Красный дефи там, понял? Жесткий вообще. Learn to play! Ебать мой. Унитазная. Вот это пацан. Learn 2 плаву. Во-во-во. Тупо англичанин, блядь. Вообще, идеально. Learn 2 плаву. Плаву. Нужно рлау, рлау. Да вы не знаете, как наша команда называется, алё, блядь. Ну-ка, био. Не-не-не, Мотя лучше сказал, блядь, не упили. Власка, матба, слуп. А слип, слип. Власка, матба, слип. Красота на экранах. Так, 313-х. Так, нет, стоп. 313-х вот так пиздуйте, сюда по низу поджимаете. Сюда поджимаются у нас две СФКСТ. Это 240-х. Вот сюда, вот под этот, под чашку, где захват, поняли там? Да. А, здесь кемпят 2 СТБ-хи на внешке. Вот здесь, вот так вот. Ну, не, даже не на внешке давайте, давайте вот отсюда покемпить. А, сюда гриль на полку вот на эту поднимись. Угу. Не знаешь, да? Центурион, леопарды там, прикрываем вот это все говно. Один бат здесь, два бата здесь. Я извиняюсь. Помидоры нереальные тактические маневры, он на степях. Берет через трупик танка захват базы. Блять, взял. Ну, блять, как бы тактика, если что. По-моему, там как бы красная ошиблись немного, блять. Красный, думаешь, что? Помидор, блять. Профессионально. Вот этот бат не поди, этот бат не поди. Вот здесь 113-х мне не отдайте. Они поджимать могут всеми стежками. Если они поджимают всеми стежками, два 113-х и вот эти два, то есть не летите вперед.
Реплики, нет, они не поджимают. Ааа, ребят, надо вернуться и потушить. Все местешки возврат тушим. Ну, блядь, дай барабан ты. Нет, они вот где-то все встали и зацелили кусты, когда подъехал уже. Так я же тебе сказал, лол. В предыдущем бою в первом они играют, алё. Вот здесь пройдите быстрее, не отпустите вот этого уёбка. А подсвет-то можно, блядь? Ёб вашу мать. Они вот здесь вот засветятся, скорее всего, когда будут уезжать сейчас. Вот он. Вон бат. Вон. Бату можно откидать. Окей, блядь. Короче, тактически разъебываем. Вот сюда вот побольше танков, и вот это нужно занять. Вот они отсюда. Еще раз говорю, вот отсюда побольше танков. Они в кишке здесь. Вот это занимаем, кишка падает. Нам на С-40. Они едут на базу. Алло, блядь, сука! Вот эти уебичи, вы что тут делаете? Да они вряд ли сейчас сюда поедут, потому что мы их кидаем. Потому что отпиздить их нужно, вот сюда поджать нужно. Вот тут, вот эти, вот сюда поджать танками. Вот это закемпить. Было тихо. Кто там? Че нам поджимать там под них, да, правильно? Да, 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 вот здесь там пара танков, останьтесь буквально. Просто до холма крайнего доеду и буду там. Бат отсюда чекает из кустов. Да что за хуйня, блядь? А, без серверной игра, я понял. Вот бат. Опа, батик. Поехали. Погнали, прям на левее туда подожмем, да, да. Лево разобьем, если что, нас там. Вы там зацельте вот это главное, чтобы да, нас что-то нас в борт не выебали, блядь. Да там нету, все нормально. Не ну, просветил хорошо. Давай, 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 да. Вот сюда, вот сюда, вот сюда идти, догоняйте. Главное, за холма не выпустят. Там не выпустят, нормально. Вот отсюда не просадитесь, вот отсюда могут кемпить. Зацельте нормально. О, посмотрите, что я подсветил, ебать. Нормально ли? Убийца едно. Ну что там один, блядь, ошибается, пиздец. Бат тут стоит. Ну не больше дали вам. Ну так да, что-то съебались. Че, мы в догонку едем за ними? Конечно, конечно. Ну тебе надо уезжать от Дримонта, они сейчас топ. Они сейчас тут будут. Я вижу. Можем вернуться, если что. Дрим, ты там это. Там до сих пор Дрим есть танк, я зацепился вот здесь. Да, 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 есть. Здесь 140 стоит до сих пор. Слышь, стоп! Залезь сюда батом! Ну, можешь? Иван, типа остальные, и... остальные вот сюда несколько танков прием обязательно, вот сюда. Несколько стэшек. Ой, сразу. Ебать. Быстрей. Блять, я сейчас паду. Я живу пока. Ребят, да сука, ёб вашу мать, вот этим что тут катаетесь? Кто орёт, блять? Ты не слышал, как я ору? Меня бьет в уши что-то. Быстрее, вот сюда, быстрее, вот сюда. Ну сделал потише мне, какая разница, блять. Че я должен что-то, блять? Конечно, в половину просто. А так, да. Да, ну, там, минус 50, там, нахуй. Сколько их? Они все там? Тихо. Опять уезжаешь. Нет, они по всей карте. Они катаются. Уходят тут. Ну, блять, ну поджимайте, пацаны, лол. Ну что вы, блять, как эти, как даунидзе, блять, играете? Ну реально, пиздец, у вас ДЦП мозга, что ли, нах? Вот здесь 113 остались, со слишком сюда, блять, поехали. Нормально, блять, они ебанутые. Вот эти, короче, едьте отпиздите, вот эти прием все встаньте. Максон, типа, можешь светить, я недавно на прокате. И бьет. Ну я сам свечу. А, окей, окей, бьем. Вот эти двое тоже сюда. Правда, вот здесь вот. Выезжайте, пиздите. Вот эти двое сюда. Слева не пушат. И со седьмого одного убьем. Я падаю на него, если что, разменяйте. Перетяните 113-ми сюда. Аккуратнее, аккуратнее. 113-ми тоже перетягивайте. Перетягивайте 113-ми сюда, мы сейчас вот это будем кушать, а они подъедут, вы не успеете. Быстрее 113-ми к нам. 40. Боже, как у меня летит, боже. 113-ми, давайте сюда быстрее. Вот эти, приемку встаньте. Да мы, нет, нам надо их убивать, их как наоборот. А, их меньше? Давайте, окей. Да, и сейчас 113. Раз, два, да, 4 танка. Убивайте вот этого и вот эти. Речь. 113 вот так едьте тогда. Вот это беги. Мы сейчас убьем их до того, как у них подъедут. Атака Д. Главное просто их не отпустить, а то они так и будут кайтить наши 113. Да и все нормально. Подождите 113-х, вот эти. Ждем, мы просто. Тихо-тихо-тихо, светят меня. Сейчас сами накатывать будут. Шадо все вверх, не накатит, если вылезет. Там 4 танка еще. 113 на низ упадите. Только к нам. Сейчас упадут, они упадут, упадут сейчас. Сейчас-то я хоть должен попасть, не? Блять, пиздец. Арта заряжена аккуратно. Да, блять, я не знаю, нахуй я это говно беру вообще. Попробуй добрать. Давай. Хорошо.
орудия. Почему я стрельнул уже раз 50, блять, у меня на урон? Ну нахуй. Почему я весь бой катаюсь, когда у боев у меня 0 урона, я не понял, блядь. Ну, грани, вот, грани, блядь, я тоже... О, прием. Тоже, блядь, 0 урона нахуй бил. Блядь, сказали бы, что вы... Ну ладно, похуй. Артак, мы убьем. Сука. Пробуй добрать что-то. Ой, сейчас дабл будет, блядь! Стой, сейчас дабл будет! Нет, ну поближе встаньте. Леша, сзади, бать. Ну поближе встаньте. Доберусь. Все дело в том, что стреляю обычными фугасами. 500 хп. Ты видел? Только еще да нет. Нет, у меня так. Нет, это хуёвый танк, я больше его никогда не буду брать. Какой? Хуёвый, да, Грань? Чувак, может ты по нему видос сделаешь? Пример игры на Ахе. Да и вот эти бои, блядь, захуя. Изи контент, блядь. Короче, у меня нет орудия, бою гладкий, я нанес 800 урона при 20 выстрелах. О, 10 секунд, сейчас доберу, пацаны. Можно подождать? Светите, светите папу. Сейчас, 3 секунды, пацаны. Папа Антон. Тихо, тихо, тихо. Сука, Максону пизды надо валить, тварь. Это не я убил. Просто так. Все равно тебе надо валить. Ты в их команде был, хули. Понял. Может, ты, блядь, залезть нахуй не смог, блядь, на эту хуйню, блядь. Да. Вот, 1400 урона, 8 выстрелов. Неплохо. Вылетает что-то. Давай Моти на семёре возьмем, хотите? Моти на семёре. А можно я по 2 залезу, не? Можно. А на гриле туда можешь заехать? Да, блядь, мне, короче, похуй. О, все туда залезли. А тупо реально похуй. Арм, бери арту, слы. Давай. Ебал я тут коня. Короче. А кто фармить пойдет после катки? Выиграем, да? Я пойду, потому что у меня 100 тысяч серебра. Я бы тоже пофармил. Ну все, все пойдем. Можем только... сейчас тупо, короче, спить, ладно, арм всех убьет, блядь. Во, так во, что, во. Мне какой танк поставить? Да или нахуй любой, блядь. Да как нихуй делать, блядь. Не, био. Я к тигр, правильно? Любой, любой, это 113-й. Любой танк 10 уровня китайского, китайский тяж. Любой танк это 113-й. Любой китайский тяж 10 уровня. Ну, блядь, ну звездочку давай сбить, блядь. Бля, био, ты же говорил, бери семерку, био. Да, био, бери, смотись, в паре будешь работать, так сказать. В троечках. 4-4. 4 тогда получится. 4, давай 4. Да может все семеры возьмем, что, блядь, сразу так, блядь, этот. Поехали, блядь. Ой, блядь. Подкрут и возьму, похуй вообще. Ой, блядь. Грани, бери 260-го, хоть ты и дрим, поставь нормальный танк, мы сейчас отсосем тебе с этим семером просто. Мысли, не, убери, убери, Грани. Ты хоть раз возьми бата, дрим возьми, СТ-шку цикл. Прикинь, когда тебе въебало, тупо такое говно летит. Иди, ну бери гриля, возьми цикл. СТ-шку. Цикл? Не бата? Ну СТ-шку, СТ-шку. Не-не. Батов у нас 4. Нормально хватает. А мы тупо сейчас в рельеф встанем, они будут нас смотреть, мы на них смотреть и все. Биовульф. Че? Кто тебе пост? А у нас артовод лучше, да? О, бля. Че? Кто тебе пост в группу оформлял? А что такое? Ну просто интересно. Да пихуй. Это Артемий. Секрет? Артемий. Кун. Он который в этом, в Мумбах. Который в Нуве, в Нуве. В Мумбах, который, да, в Нуве, в Мумбах. Это... Не, это я сегодня. Бля, Настя этот автограф отбил. Бля, это пиздец, блядь, похуй, это самый хуёвый, который мог быть, блядь. Смотрите, блядь, я сука. Да, пиздец, блядь. Вот как бы... А вот эти эффекты там, для розыгрыша эффекты там сверху дайте. Да, ручку расписывал, блядь. Полное 3D погружение, чтобы было как бы. На землетрясение, по-моему, было, а ты писал, блядь. У меня рука тряслась просто, блядь. После танка, блядь. Ты после этого? Я ушел. Мы, слышь, Кол? Мы идете на фейс? Блядь, к вам не проебать его. Ну я главное, если с Дэном решу проблему, мне 3 раза за час вылетело. Я пока не регаю тогда. Или регаю уже. Не регаю, я сейчас просто позвоню этим уёбкам. Короче, я F5 зарегаю. Чтоб не подтверждать. Позвони уёбкам, скажи, что они уёбки, тебе вообще нахуй свет даже, блядь, отключат.
Не. Нужно нежно, нежно разговаривать с провайдерами. Прийти к ним лично? Кротко, кротко, так сказать. Чуть осознавая свою вину, блядь. А вот, уёбки. Осознайте свою вину, нахуй. С Донбассом не терять нечего. Я танкист, не терять нечего, блядь. Все уже потеряно давно, блядь. За свои 602 я вас перееду, там. Ой, блядь. Я танкист, и как вы поняли, я давно на себе поставил крест, блядь, поэтому мне... Танкисты... Ой, танковые... Грани, ты все свое! О, слэй, Нидин, Нидин. Нидин, Нидин, Нидин. Топ-1 я на першинге. Да? Вчера заболел? 1450. Это подставочка, да, мутит. Нормально, блядь? Сколько у тебя было? На обычном или на супербершине? По урону. Обычно. Не знаю, в районе 4. Да не, я с танковым пидорасом не буду. 465, 1424, 1501, 1478, 1427. Ясно. Как ты пидорас взял подряд? Не знаю, блядь. Видал у этого ушка рюксюлечки на визашечке? Ну, на Ру-12 где-нибудь играл по-любому, блядь. Я играл на первом сервере, Леван. Да пиздец. Я говорю на ВЗ. Тихо! Бат, сюда залазь! Ты сейчас 800 или сколько у меня там? Максон, погнал. Один бат здесь. Здесь ТВП, леопард. ДВП. И все. Семерами погнали сюда. Здесь остальные все СТшки. И батчаты на крышу стоим. Здесь, короче, вот там 140 СТБхи, вот здесь встаньте, зацельте семерку. Ууу, нихуя мощности, блядь. Кстати, Грань, го подожмёмся впереди семерок. Ой, у тебя дым какой-то из жопы. Блядь, да иди нахуй! О, ебать. Да, да, я. Кого пойти? Прости, солнышко. Нихуя, серия. Я бы там серия. Того, того. Я на него ставку ставлю. Грань, если там врагов увижу, ты как бы там это, не обессудь, я съебу. А не, нормально все, нормально, нормально. Едем, воюем. Нихуёво кусты блондят. Я в засвете. Тоже. Не в кустах тут бац стоит. Угу. По залп. Сейчас Эво Гаран не подсветим. Никого нету. Ломают деревья, чтобы не палиться. Угу. Вот, вот эти вот хуйню делают. Подъезжаем семерами, тушим. Они одинаково вообще со всех респосп играют. Да, сука, там знаете какой рельеф? Я сейчас убегать буду. Давайте, давайте, давайте быстрее. Да, а, они куда тут туда едут? Ну, Карл, прямая? Готов, красота, готов, блядь. Готов, блядь. Готов. Не готов? Карл, 1800 там же, да? Просто там. Не, я не попал. Чё ты там? Да уедьте уж, блядь, отсюда, хуль вы тут. Можно мудох? О, они убегают, эти додики. Рейп атака не была, если чё. Слэй, они поджимаются, можно убить! Ломаю 140. Там куча танков. СТБ ещё там, да. Не пробиваю. Можно боссать вот этого вот 1000 хп, я блядь? Подъеду, я ебать, блядь. Ебать, дайте, блядь. Дайте мне подъехать. Хоть они мека точат. Есть попадание по бачету, а можно попадать? Можно. Можно сам взять. Вот этого хуилу нужно убить. Он типа. Опа, опа, по мне до хуя кидают. Вот, вот отсюда много, вот отсюда, вот отсюда тоже стоят, с камней. Да. Го через право батами, так, ТВПшкой и леопардом. И шотник, ебать, что у тебя с еблетом на? Экстрим, что у тебя с еблом? Да ну вас нахуй, нахуй стоять я тут доталово, вы ебнули что ли, блять? Неадекватно. У них бат в кустах где-то либо тут, либо тут. Скорее всего, где-то вот тут, блять. Я что наигрался, блядь. Одно попадание от артиллерии, ты сейчас. Короче, шотник, дрим. Зацельте меня пока. Ну чё там с этим 140, блядь? Он шотный. Отлично, блядь. Он сдохнет, нет? Его полцем, на 15. Надо его надо. Скажешь, когда подсветить. А мортопидер у нас заберет его. Че, он только шок отдал. СТБ. Давай, давай подсвечу. 140. Да сука, эти 140-е неуязвимые, блядь. Смотри, круто, это аккуратнее стойте, если не надо запушить. Аксон зря съехал, наверное. Типа хотел поехать там почекать фугас, просто, если сюда, они здесь, типа, заманить на тебя. Сиду, не не светитесь никто, я один светиться буду. Я сюда подожмусь. А ты сможешь? Ну подожди, мы тут тогда займем, а ты подожмешься, подожди. Давай. А вы что тут можете заехать на эту гору? Тихо, тихо.
Ну а вдруг там уже есть кто-то? Если дадут, я... Вот, уёбок! Ошибается. Я его стреляю, если на внешку выглянет. На внешку вывалился! Ща-ща-ща. Блять, не попадаю. Вот ещё баткса. Попадать надо. Там хорошо. Даже на каточку попадаю. Не пробил, очку заберу. Вот да, этого батона. Я КД, короче, встал немножечко. Они тут могут поехать сейчас. Могут поехать. Они... Уже поехали. Да-да-да. Возвращаемся. Шотник, блять, опять получил от кого-то. Семерки, вставайте не на жизнь, а на... Семеры, да, блять, сомкнуть ряды, нахуй, сомкнуть строй, блять. Эти двое, вы сюда ехали там? Не харда, реально разъебалась. Армагеддон, нихуя, вот стоишь. О, во-во-во. Нам пизда. В смысле вам пизда? И скроет, смотрите, понизу. Вольфич, живи, ебан. Я на катке стою. Нам тупо пизда. Захожу в тыл, пацаны. Разменяйте. Я разменял, все, я отогнал этих. Да сука, я буду попадать. Пидоры. Респект, смотри, как вас прикрывают. Красиво, красиво. Нас протачок, хуячок, блять, можно его там? Нам пизда все равно. Они не пробивают меня, пиздец. Блять, от башен тупо пиздец. Хорошо, хорошо сыграно. Ну как бы они на вкус у вас. Ну можно с проточка этого забрать, блять? Еду с тремя нах. Армагеддон, братишка, беги. Мы пиздец долго. Блять. Коль, посмотри, куда. Коль, тоби. Тоби пизда, да, да. А Армагеддон, закрой его, Армагеддон, закрой. Ну вы, блять, долго будете арту там убивать? Просто кидку дать по режиме. У меня еще 5 секунд, я, наверное, не успею. Я знаю, знаю, знаю. Забирайте вот этих до всех, нахуй. Шотник, валяйся, у тебя есть что-то? Есть, но есть. Куда оно летит? Да иди нахуй! Арта сейчас кинет в кого-то. Бля, там 1000 бачат. Какие, блядь, не залетают, пиздец. На прием. Просто налево падайте, вот сюда вот, вот сюда вот падайте. Да нормально, я сейчас проеду, я фуль. Я только не пробиваю нихуя, пацаны, что делать. Я выехал, блядь, дебил. Не попадаю, блядь. Ой, господи, дубинушка. Эй, поехали, нахуй, я на танке. Да я боюсь, блядь, у меня как бы... Сука, меня обоссала арта на 1200, сука, ебливый. Блядь, он просто, блядь. Ё, она меня тоже кинула, она меня тоже кинула. Шо, сука? Грань, его PvP. Не пробиваю, видишь, танки? Не пробиваю. Я не пробиваю танки, пизду, блядь. Нет, ты мне штраф выплатишь, ты поиси. А чё у меня танки сразу закрылись? Нахуй, просто ужас. Нахуй, тебе нужно, всё, хватит. А чё, мы поедем в чим... А, в чим... Мы в чимпу поедем? О, в чимпу, да я. Я в кусты, короче, попал два раза. Чё-то легчайшее, ребят. Сегодня вообще чё-то пацаны какие-то... Сука. Не собрались вообще там на первую катку. Я, короче, пью, арта попала на косарь, понял?